Комплексы колыбель. Элизабет говорила, в таких местах родится новое поколение людей. Говорила. Гора Великой Матери одно из них? Есть лишь один способ узнать. Люк не открывается. Там говорилось что-то про поврежденный альфа-реестр. Надо обыскать кабинет Элизабет. Кажется, раньше здесь что-то было. Какой-то компонент. Да, можно задействовать морфологию антилоп. Хотя козьи демонстрируют большую выносливость. Быстро учишься, Гея? Доктор Собек, проведя сравнительный анализ морфологии млекопитающих, я собрала данные о массовом вымирании в четвертичном периоде. И? Какой твой вывод? Гея? По логике, их вымирание было естественным. Продолжай. Но я нахожу факт исчезновения целых видов необъяснимо грустным. То, что они навеки ушли в небытие, вызывает во мне чувство скорби, которое трудно описать. Я неисправна? Нет, Гея, нет. Это хорошо. Очень хорошо. Будет временная потеря сознания на время транспортировки в Прайм и монтажа. Могу я высказаться не по протоколу? Потом на новом месте мы подключим придаточные функции и проверим взаимодействие. Элизабет, я слышу волнение. Все хорошо? Да, да. Обстоятельства вынуждают нас начать раньше срока. Но все подсистемы работают исправно. Прогноз сейчас благоприятный. Но вдруг... Просто там же нет ничего живого. Даже дышать нечем, выходить можно только в скафандрах. Миллиарды погибли. В страхе, в мучениях. Вдруг... Все это было зря. Вымирание было неизбежно. Благодаря вам у жизни есть будущее. Ты в это веришь? Я верю в вас, Элизабет. Для вас нет ничего. Одной логики мало, Тед. Гея должна быть лично заинтересована в успехе. Должна переживать. А если взбесится? Ты забыла о наших ошибках? Ты про свои ошибки?
Я говорю, что ей нужен выключатель. Она только что родилась. Я не приставлю ей пушку к виску, пока она в колыбели. По-твоему, это ребенок? А если она станет монстром? Могу я высказаться не по протоколу? Конечно, Гея, говори. Простите, что возражаю, но мистер Фара совершенно прав. Сейчас развитие моего сознания не является предсказуемым. Чтобы обеспечить сохранность жизни, было бы разумно встроить мою систему предохранитель. Вот. Доволен, Тед? Господи, послушай ты ее. Файл с альфа-реестром. Целый? Да. Он не поврежден. Тогда чего ты ждешь? Копируй. Теперь я смогу восстановить реестр Священной Горы. Открыть. Войти. И узнать все секреты. Где я родилась? Может, узнаю, кто меня родил? Кто? Ты правда такая наивная? Не надейся, что там тебя кто-то ждет. Тебя произвел на свет не кто-то, а что-то. Ублюдок. О нет, я законорожденный. Это ты, Элой, порождение машины. Но какой машины? Для чего? Зачем тебя создали? Затмение. Быстро уходи. То, что ты нашла... Бесценно. Ты бесценна. Тебе уготована более подобающая смерть, дитя.
мне было твердо известно одно, что моя судьба — стать великим воителем солнца. И когда убили Джерана, и когда Меридиан пал, моя вера оставалась крепка. Пока не появилась ты. Когда мне сказали, что ты выжила, во мне зародилось сомнение. Как неизбежен рассвет после заката, неизбежна и гибель моих врагов. Но я ошибся. Как? Почему? С каждой твоей атакой, с каждым убитым воином, мои сомнения росли. Я все вспоминал момент, когда мой нож был у твоего горла. Один взмах, одно движение лезвия, и тебя бы не стало. Моя рука сразила много врагов. Зачем я медлил? Почему не выполнил то, что должно? У тебя шрам на щеке. Тебе помешали. Да, я помню. Хороший воин. Для дикаря. Его звали Раст. И тебе с ним никогда не сравниться. И все же он позволил так запросто выпустить себе кишки. Нет. Дело не в нем. Я мог бы тебя прикончить. Но не стал. Это... ошибка не давала мне покоя, преследовала меня. И лишь когда я поймал тебя, там, в том месте, я, наконец, постиг мудрость солнца, великий замысел, что связал эти события. Ты должна была выжить в тот день. Должна была помешать нам вести раскопки. Мне... было предначертано здесь схватить тебя, чтобы ты стала жертвенным даром солнцу. Все так, как должно было быть. Как было предсказано, согласно его замыслу. Тоже мне судьба. Это не великий замысел, ты просто выполняешь приказы. Ты кукла у этого Аида на ниточках. Пешка, которую переставляют чужие руки. Было бы смешно, если бы не все эти загубленные жизни. Аид — древняя машина, а не эта ваша погребенная тень. Плевать ему на Меридиан. Он хочет уничтожить все и всех. А ты — его услужливый раб. Я служу непогребенной тени. Я служу солнцу в тени. Противоположности слились во имя одной цели. Тень и солнце. Тьма и свет. Ты правда не слышишь, как нелепо это звучит? Раньше ты служил сумасшедшему королю, а теперь служишь сумасшедшей машине? Сдаешь позиции как-то. Припомню эти слова, когда буду смотреть, как горят твои останки. Боюсь, ты не уловила сути. Я победил не только тебя, но и сомнения. А настоящая вера дарит бесконечную силу. Так открой клетку и убедись, что ты прав. Что твоя вера не самообман. Круг замкнулся. Каждый элемент на своем месте, ровно там, где должен. Блудный зверь пойман, его удел известен. Пойти на заклание. А, кстати, о жертвах. Забыл тебе сказать. После того, как ты обрушила нашу сеть, я отправил гонцов на восток. Приказал собрать войско и атаковать вашу священную землю. Все Нора будут казнены. То есть моей целью была ты, но, похоже, без всего этого можно было обойтись.
Зачем убивать десятки невинных людей? Пустая трата сил. Ты права. Я даже не смогу полюбоваться. В любом случае, отменить приказ я уже не смогу. Я бы и хотел, но твоими стараниями связь между нашими отрядами оборвана. Ты обрекла не только себя, но и все свое племя. Скажи мне, это ли не воплощение испепеляющей кары солнца? Визор — такое могущественное устройство. Но оно такое хрупкое. Как видишь, на сей раз я не стал медлить. Я уже взмахнул своим клинком. Радуйтесь, верные Карха! Наши годы во тьме закончены! Новый рассвет дрожит на горизонте! Настает новый день! И очень скоро ложный король будет мертв! А мы вернем себе святой Неридиан! И в этом я стану орудием пророчества! Ныне слились воедино все половины творения. Солнце и день, свет и тьма, день и ночь. Узрите! Всем сидеть! Разве вы не видите благословение солнца перед своими глазами? Как могли подобные создания ночи выйти на охоту среди бела дня? Если бы это не было угодно великому солнцу! Много лет назад, освещая кольцо солнца, великий Джеран казнил здесь многих неверных, бросив их под копыта бегемота. Бегемот грозен и могуч в свете солнца, но еще страшнее он, когда его окутывает сила тени. Так пускай это вероломное отродье отдаст свою жизнь. Пусть она станет первой из тысяч! Без оружия такого не завалишь. Все мое оружие на платформе, и отсюда никак не сбежать. Обращу его силу против меня.
здесь большая тупая мишень. Ну, подходи! Компоненты по бокам головы. Он как-то задействует, входя так. Надо заморозить емкость. Тут нужны криострелы. Тихо! Тени! Убить ее! Убить ее! Почему тень? Это самому слабо, что ли? Вот он ты. Настоящий. Жизнью рискнул. Разумеется. Без тебя мне никогда не разгадать тайны священной горы. Тогда ты зря потратил время. Гелис уничтожил мой визор. А с ним и Альфа-реестр. Вовсе нет. Все то время, пока мы держали связь через визор, я копировал данные.
Так что переместить их в новый визор не проблема. С днем рождения, Айзек. Папочка тебя очень любит, крепыш. Знаешь, ты как нарочно злишь меня, Сайленс. Но куда деваться? Посмотрим, где ты родилась. И, может, узнаем, зачем? Да. Посмотрим на машину, которая меня родила. Так будет точнее. До скорого. Стой. Что? Когда ты научился управлять машинами? Когда ты освоила эту технику. Пришлось уничтожить машину захватчика, чтобы добыть детали. Но ты сама показала мне, как это делается. Вот и польза от того, что я отслеживал все твои действия. Надо сказать, в целом логика этого метода во многом схожа с ритуалами шаманов Банук. Но, конечно, куда им до тебя? Ясно. Ну, пожалуйста. Ладно. Гелис узнал тебя там, в кольце. Ты сказал, что просто помогал затмению. А ты лично знаешь того, кто убил... кто хотел убить меня. И что теперь? Этот человек очень опасен. Нужно сделать все, чтобы он и Аид не смогли добиться своего. Ну да. Как ты узнал, где я, если на мне не было визора? Ну, право слово. Даже болван догадался бы, что Гелис бросит тебя в кольцо солнца в полдень. Загнал двух бегунов, чтобы успеть в срок, но успел. И хватит об этом. Мне пора. Не было печали. Гелис послал отряд затмения на священную землю Нора. Племя и так ослабело. Они вряд ли выстоят. Пойдем со мной. Нет, прости. Мне нужно завершить приготовление. Какие еще... Зачем, я спрашиваю? Все равно не скажешь. Когда придет время, я выйду на связь. Поговорим позже. Да, кстати, если пойдешь на территорию Карха Тьмы, есть для тебя броня для маскировки. Ты, как всегда, все продумал. Кто-то же должен был. Элой. Когда ты искала Альфа-Риестр в бункере Нового Рассвета, я был с тобой жесток. Я надеюсь, внутри этой горы тебя в самом деле кто-то ждет. Не что-то, а кто-то. Но!